Каким прикормкам отдают предпочтение различные карповые рыбы? Семейство карповых – самое многочисленное семейство пресноводных рыб. Некоторые из них водятся и в солоноватой воде, при устьях рек в Черном и Каспийских морях. В состав семейства включают 367 родов, и в сумме они дают чуть больше 3000 видов рыб. Каждый год описывается несколько десятков новых видов, в основном из Юго-Восточной Азии. Но сегодня мы поговорим лишь о тех представителях, которые обитают в наших водоемах. Итак, непосредственно карп. Он любит целые и дробленые зерна кукурузы, гороха, пшеницы, а также кусочки отварного картофеля, бойлы и гранулы. Только крупные частички смогут содержать крупную рыбу. Основной массой в прикормке может служить различная натуральная мука. Из вкусов карпу нравятся больше всего ваниль, различные фруктовые ароматы, мед, конопля, карамель, чеснок. При холодной воде подойдет креветка, краб и ракушка. Самый простой и доступный рецепт прикормки для карпа состоит из картофеля, вернее из картофельного пюре. Туда же можно добавить измельченных поджаренных семечек и сырое яйцо для связки. Карась. Карася можно привлечь ароматом аниса. В принципе, вполне эффективна будет и приманка, подходящая карпу. Выделяют прикормку с укропом. Подойдут различные каши. Неоднократно было проверено, что на карася неотразимо действует ароматная смесь белых и черных сухарей. Плотва. Ее может привлечь халва, макуха, комбикорм, сухари и каши. Если точнее, перловка, пшенка, кукурузная и гороховая. Эти компоненты можно смешивать между собой в разных количествах, экспериментируя на каждом водоеме. Обычно делают кашу из какого-то одного компонента, а потом добавляют в нее понемногу разнообразных добавок для большей пахучести и привлечения рыбы. Прикормки для плотвы такими добавками могут служить как небольшие порции основных компонентов, так и перемолотые семечки, перемолотое печенье, манка, мука, бисквит, анис и сахар. На самом деле, для того, чтобы приманить плотву, зачастую хватает даже одного ингредиента, и неважно, основа это или дополнительный компонент. Если не хочется заморачиваться и нужен быстрый эффект при максимально легком приготовлении, можно прикормить просто хлебом или перемешать с землей или глиной у водоема манку, печенье или хлеб. На самом деле, если к этой теме подходить со всей серьезностью, надо знать гораздо больше. Я же просто рассказал о том, какие ароматы рыбам нравятся. И особенно надо иметь в виду, в какой период года вы рыбачите, и подбирать прикормки в соответствии с ним.